Добрый день. В рамках мероприятия, которое организовано Главным управлением архитектуры Московской области, мы находимся в Доме правительства Московской области, где проходят весьма знаковые мероприятия, посвященные ландшафту, благоустройству, ландшафтному проектированию. Композиция «Крост» представлена здесь достаточно широко. Здесь и ландшафтный трест, и представители промышленности концерна «Крост», представители недвижимости, представители проектно-технического института. Данное направление действительно пользуется большой поддержкой, и отмечаются такие моменты, как, безусловно, воспитание подрастающего поколения, образование некой культуры и некой идеологии, которая формируется с точки зрения в том числе и ландшафта, то есть как устроен двор, как устроена улица, насколько удобно пользоваться какими-то объектами с точки зрения маломобильных групп населения. Безусловно, это важно, и представители концерна «Крост» предлагают свои услуги, свой опыт, свои знания, свои технологии в рамках реализации данной программы, которая, еще раз отмечу, пользуется широкой поддержкой как и губернатора Московской области, так и представителей власти на самых разных уровнях.